Спускаешься во двор, подходишь к своей машине, а на ней свежая царапина. Кто-то ночью не вписался в повороты, скрылся с места преступления. Вот вам и доброе утро. Но не отчаивайтесь, получить компенсацию по КАСКО вы точно сможете. Главное — действовать правильно. Если вы увидели царапину на своем автомобиле, осмотрев его перед началом движения, то вы обязаны вызвать сотрудников ГАИ для того, чтобы зафиксировать факт дорожно-транспортного происшествия. И сотрудники ГАИ оформляют соответствующую справку о произошедшем дорожно-транспортном происшествии, ну и принимают меры по установлению виновника дорожно-транспортного происшествия. После чего вы вправе обратиться, соответственно, в вашу страховую компанию, по которой у вас заключен договор. Если же КАСКО у вас нет, то получить возмещение ущерба можно и по обычной страховке, то есть по договору обязательного страхования гражданской ответственности. В данном случае процедура будет аналогична, то есть вызов сотрудников ГАИ, фиксация дорожно-транспортного происшествия, розыск должника, если он увенчается успехом. Но даже если найти злодея не выйдет, вы все равно можете получить компенсацию ущерба. Правда, уже не от своей страховой компании. Владелец автомобиля, которому причинены повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия, вправе обратиться в Белорусское бюро по транспортному страхованию, которое возмещает ему причиненный вред в установленных случаях. То есть именно в том случае, если виновника дорожно-транспортного происшествия установить не удалось. Но ни страховые компании, ни бюро по транспортному страхованию не помогут, если вы обратились в ГАИ с опозданием. Если вы все-таки куда-то уехали, на этом автомобиле приехали, то может быть установлено то страховщиком или ГАИ, может быть установлен факт того, что вы передвигались, тогда будет сложно определить, где вы действительно получили, при каких обстоятельствах эти механические повреждения. Это будет намного усложнять эту задачу и, возможно, даже повлечет за собой отсутствие страхового возмещения выплаты вам. Будьте внимательны к своему автомобилю и перед началом движения обязательно проверяйте его на наличие вмятин и царапин. Легкого вам дороги и чистого бампера.